Вот, это у нас самый авторитетный поросенок, можно сказать, в хозяйстве. Это хряк-производитель. Борька его зовут. Кличек на все поголовье здесь не хватает. Поэтому есть она только у взрослых особей. В хозяйстве Артура Абаева разводят свиней породы венгерская мангалица. Фермер говорит, они самые неприхотливые и подходят для нашей полосы. В кормлении тоже неприхотливые. Поросята считаются травоядными. То есть на одной траве они очень больших размеров достигают. Построить ферму Артур решил год назад. Своих денег у молодого человека, только окончившего университет, не было. Собирал их через интернет на краудфандинговой площадке. Краудфандинг в переводе с английского языка означает «народное финансирование». Это коллективное сотрудничество людей, которые в добровольном порядке собирают деньги на проекты других участников. У пользователей сети Артур попросил 340 тысяч. Как признается молодой человек, особых надежд не было. Тем не менее, нужную сумму собрали всего за 2 недели. Средства перечисляли со всех уголков России. В основном были Москва и Санкт-Петербург. Вот, честно говоря, надеялись на то, что как бы саратовцы увидят, да, там интересный будет ни один. Из Саратова ни один человек не положил. Городскую жизнь на сельскую он променял, не раздумывая. Самое сложное было научиться вставать в 6 утра, но и к этому привык. Из Саратова в деревню Артур увез дочь и жену. Людмила об этом ни разу не пожалела. Здесь тишина, спокойствие, раздолье, не переживаешь, шума нету, то есть ребенка не переживаешь, воздух хороший. Вот. Свое все с огорода, все. Овощи, фрукты, все едим свое. Молоко, корову купили. Вот корову научилась доить, не умела, потому что рано уехала. Сейчас умею сама корову доить. Сейчас в хозяйстве Артура Абаева 40 поросят. Есть техника. Молодой человек занимается оформлением земли. В планах расширение фермы. Вот только работать в селе некому. На всю Букатовку Абаевы единственная молодая семья. Сейчас я полностью доволен. Могу сказать с уверенностью, что в ближайшее время я оттуда никуда не собираюсь. Уезжать. Здесь нравится больше, чем в городе? Гораздо чем? Больше. Всем советую. Не знаю, здесь чистый воздух. Здесь, ну, по мне просто, наверное, может быть, я такой человек, не люблю вот эту суету. Мне вот тишина, спокойно делай свое дело и все. Собранные средства при помощи краудфандинга, как правило, не возвращают деньгами. В основном спонсоров благодарят продукции. Абаевы всем, кто их поддержал, пообещал отправить консервы. Первой партии клубничного варенья и вишневого компота из Саратовской области уже разлетелась по всей России. Динара Дусалиева, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.